Что происходит? С днем рождения. С каким днем рождения у меня через... в следующем году, Илья? Это число ход подарок. Это часы? Не совсем. Что это? Что за блин? Илья! Что? Что это? Ты купил мне сушилку? Да. Сушилка. У сушилки труб нету. Просто отсев. Что это, Илья? Что? Ты меня пугаешь. С днем рождения. С каким днем рождения? Давай поцелуй. Ну что это? Привет-привет. Такой неожиданный сюрприз, скажем так, подарок. Где? Сделала Илья. Что это? Картонка? Сегодня, да. Нет, это не картонка. У нас вот здесь вот в кухонном гардеробе. Сейчас, постой, я перемещусь. Так вот, вернемся к тебе. Вот у нас есть дыра. Да, у нас в кухонной гарнитуре наша недоделана. О, таблетки, смотри, что за таблетки? Есть вот такое вот отверстие. Наверное, как все догадались, это место мы оставили для посудомойки. Вот, и сегодня... Но у нас есть посудомойка? У нас нет посудомойки. Но теперь она будет у нас. Потому что ты женщина, а не посудомойка. Да. Вот, и сегодня Илья, возвращаясь с работы, поздно-поздно, принес такую коробку. Неожиданно. Совсем неожиданно. Он сказал, что это мне на день рождения. Хотя день рождения у меня еще... Через месяц. Через 2 месяца. А, я думал, через месяц. Через 2 месяца, да. Угу. В январе. Вот. Да просто и... сейчас техника подорожает. Доллар подорожает. И проще сейчас купить, чем потом. А потом тебе что-нибудь еще подарят. Сувенирчик. На магнитик он на холодильник. Вот. Давайте тогда распакуем. Это расскажи, как ты это выбирал. Это посудомойка Bosch. Я посоветовался со многими корешами. Мои кореши из Эльдорадо. Со многими корешами из Эльдорадо посоветовался. И в пределах той суммы, которая мне была нужна, это от 25 до 30 тысяч, они предложили Bosch серия 2. И там много непонятных букв. Зачем здесь вот эти вот 3 девятки? Иди сюда. 3 девятки? Ну это типа для меня, наверное, заказ. 3 девяточки. 3 девятки. Непонятно. 6-ки. Вот. А выбирали и выбрали. В итоге такую под мой бюджет подходящую. Что? Ключик. Зачем? Что там? А, ну это чтобы без шумности всякое дело. Всякие дела. Вот, открываю. Да, смотри. Вот эта посудомойка встроенная в Bosch. Написано 10 лет гарантии. Можно ли верить этому или нет? Не знаю. А ты вообще отзывы читал или как? Ну, у нее самый высокий рейтинг. Очень 4,7. Рейтинг высокий 4,7, тем, что мало шумит, допустим, хорошо работает, экономия, все дела. У кого-то они ломались, это польская сборка, это не немецкая сборка. Там у некоторых написано, что поляки собирают тоже не очень, похуже немцев собирают. Вот. Ожидать. Да, можно от всего сейчас ожидать, в принципе. Ну вот у нас сейчас такой не немец, это Electrolux, вот эта вот панель. Ну она классная. Здесь, ну да, она быстро греет. Очень быстро нагревается, она тут даже немножко поцарапала. Здесь такие много режимов разных. Здесь да, там сенсорная, типа поднять чук, пустить. Ничего. Прикольно. Вот, она так-то чувствительная тут прибавляется. Ну, не снимали, нет? Нет, так мы... Можно поставить на паузу, можно заблокировать, чтобы это... Можно включить ничего. Дополнительные секции. Да. Но мы выключим все. Например, вот это будет вся полностью греть, а здесь тоже... Контурное называется. Вот и большой. Ну, короче, классно. Перейдем к посудомойке. Давай я тогда подержу. Давай, держи, не надо выключить.
А что, какие варианты ты смотрел? Аристон. Аристон. И Индезит. Угу. Мне больше всех вот это именно понравилось. У нас так-то разная техника. У нас получается Электролюкс, Беко, Ханса, Бош. Стиралка у нас Хайер. О, у тебя даже эту брали. Это что? Это по... таблетка, наверное, да? Пробная? Три в одном? Во, да, я тоже смотрела, что всегда надо брать. Мне сказали, такие сначала брали. Лучше инструкцию прочитать, что, что будет все нормально. Это что? Покажи. Что там? Непонятно. Вот, на. Угу. Ну, здесь решетка все добавляется. Для... Это для чего, интересно? Для видов ложек, может, нет? Для мелких вещей. Открывается она, покажи. Да, конечно, открывается. Вот. Ну, заполнено. Так, у нас первый раз после домой? Да, у нас этого не было. Мы вообще думали либо 45, да, сантиметров брать, да, в ширину, либо 60. Ну, сказали, мало будет. Да, нам сказали, что мало будет для семьи из 4 человек. Ну, хотя, вот кто как говорит, кому-то достаточно. В принципе, мы не сильно, конечно, и прям готовим. Вот, может быть, нам бы и 45 хватило. Ну, взяли уже 60, и как бы гарнитуру заказывали под 60. А, вот эта штука вертится. Иди, моется. Когда вода под давлением подается? Вот, ну, большой, зато можно с домойки мыть противник, да? Я просто ненавижу. Ненавижу мыть противни, и не обмываются хорошо. Вот, все выезжает, все работает. Ну, в общем, кухня у нас теперь практически вся укомплектованная. Осталось только сделать фартук, которого у нас нету, и у меня уже... Вся стенка, где плита и где мойка, ну, заляпана в пятнах. Тут эти штуки прикручиваются, скорее всего, когда? Ну, вон она, крышка. Ты достань, я покажи. Ну, вон, ты покажи на нее камеру. Шалал. Да. Такие ножки. И дублируются. Все, ну, давай инструкцию читать. Я еще взяла сразу порошок, там 100 таблеток, вот, по цене он 2,150, такое недешевое удовольствие, скажем так, ну, хотя 100 таблеток, они, наверное, надолго хватит, на 3 месяца, если каждый день, допустим, по разу мыть. Ножницы я убила, с детьми играл. Придется открывать ножи. Ножницами здесь не играл. Вот ключи, да? Вот она, инструкция. Включите машинку, написано. Выберите программу. Слушай, а ты протерся здесь вообще? Где? Да, я там протирал. Какие интересные трубки здесь проходят. Все пластиковые. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас прикрепляем провод. Провод. Я его распутаю. И шкаплю. Где-то тут. Вот он. Крепится туда. Вот сюда. Видишь? Это не включится, да? Это в розетку. Да. Короче, в итоге у нас получилось 3 провода. Вот это вот вода будет подаваться, вот эта вода будет отдаваться, а вот это вот электричество будет забираться. Покажи еще. Вот электричество, вот слив, а вот забор воды. Подачу.
подача. Подача. Круто, подача. Нам их нужно засунуть сюда. Ну, кстати, у нас здесь раковина для слива как раз есть. Видишь, такая штука. Она типа отпиливается, вот эта вот резиновая надевается. Она надевается, покажи. Вот эта вот резина. Она резиновая. И вот она надо. Все. Понятно? Примерно так вот. Сейчас мы вытянем еще. Все. Ну вот, поднимаем сейчас машинку вверх. Здесь такая штучка есть, которая поднимает заднюю ногу. Выпишешь ее, и она заднюю ногу поднимает. Вот, сейчас мы высоко поднимем. Сейчас поднимем эти две ноги. И вот так вот потихонечку мы поднимем все. Все мы поднимем машинку так. Может, приподнять мне помочь? Нормально, сейчас приподняюсь. Короче. Будет смотреться. Закрою. В принципе, так нормально, не сильно видно, да? Что уже что выпирает? Да, вообще не видно. Это больше выпирает. Ну да, она потому что не скрыта. Если она плотно будет, то вот так будет. Это я не понимаю, почему это вниз выпирает? Да, он ничего не мешает. Такое ощущение, что он просто это... Что? Нога низкая. Хотя вот там вплотную все входит. Даже я бы опустил чуть-чуть. Илья в таком состоянии с вечера сидит. Ничего не меняется. Ну что, у нас там будет посудомойка, нет? Просыпайся уже утро. Это медитация была. Сейчас. Я смотрю. Все, посмотрю. Ну, здесь же, я же сказал, же есть HR-коды, которые QR-коды. QR, я вспомнил, не HR, блин. QR-коды, которые сканируешь, и тебе показывают инструкцию, видео, как сделать, как что сделать. Так. И вот я сейчас все посмотрел, и сейчас готов делать. Что надо делать-то? Надо сначала приложить вот этот листок. Что? Приложить вот этот листок. Зачем? Отмерить все. Это называется кернение. Мама! Для того, чтобы сверлить дырки потом. Мама, представляешь, там уже все площадки лежали. Вау! Специально. Да, специально. Нарисованы, которые. Короче, я здесь сделал вот эти штучки, разметил все по листочку, наложил на листочек и разметил все. Только успел, здесь дырочка. Так, и вот сейчас мы заводим вот эти вот штучки, вот в эти пазы, чтобы нам удобнее было прикручивать. Сейчас. Хоп, встал. Хоп, на скотч чуть-чуть держится. Должно было крепче держаться, но... Раз уж скотч у нас не стало, то вот так вот как есть.
Везде, кстати, у них шестигранники. Везде. А у нас как? Нет? Я делаю, чтобы ровно было. Сейчас. У нас, в смысле, не шестигранники вообще? У нас шурупы. Звездочки такие, да? Сейчас ровно. У тебя она выступает, да? Я ничего не знаю. Нормально. Ладно. То есть все в принципе достаточно понятно. Если понять это все, посмотреть видео, тогда будет проще намного. Смотрите видео. То есть это все для... Для чего-то там. О, прикольно. О, какие огромные. Все. А это зачем? Это я сейчас выдерну. Вот у нас ровно получилось даже, да? Ну да. Зачем она эту штуку? Запор. Поняла? Нет. Ну вот ты не можешь открыть вот так. Вот так и дергаешь. Оп. И все. Все, по сути, она установлена, только надо сейчас доделать еще. Вот здесь у вас. Что мы делаем? Подожди. Ну, вроде бы все. Мы установили с помощью Ильи. Меня. Да, с помощью мужа. Вот эта машинка теперь у нас готова, стоит вместе там. Сейчас такую замочку убираем и открываем ее. Вот, машинка у нас на 60 сантиметров. То есть сюда очень много посуды войдет. Ну, мы немного почитали инструкцию для использования средств, если они не идут там 3 в одном вместе с ополаскивателем и солью. То есть все это по отдельности тоже засыпается сюда, закладывается. Как бы, не знаю, все просто. Вот. Тут, значит, можно, ну, что угодно, мне кажется, мыть, кроме деревянных предметов, я прочитала, там изделия из хрусталя, ну, и так далее. Ну, тут все в инструкции написано. Все сюда закладывается, закрывается. Несколько программ. Вот. Ну, в принципе, все. Мы еще, правда, не пробовали. К электричеству мы не подключили. Нам... К воде тоже? Что? И к воде, тоже, да. Нам не хватает какого-то тройничка. Да? Да, для воды и для удлинителя, для того, чтобы дотянуться до розетки. Да, так, ну, сюда мы ее установили. Вот. Да, смотри, что даже ровненько по сравнению с этой. Ну, вот здесь чуть выступает вниз почему-то. Да, там как-то... Ну, видимо, чуть больше, чем, видимо, стандартные. Просто нам делали, ну, вот, не знаю, как обычные. Либо в чем причина, мы понять не можем. Ну, где-то пол сантиметра у нас немножечко выступает, но это, ну, это не видно. Незаметно совсем. Вот. Так, все вписалось. Будем пробовать. Сейчас поедем в магазин за тройником. Да, купим еще соль, наверное. Дополнительно ополаскивать. Вот, я так понимаю, что ополаскиватель у нас вот здесь вот есть. А, здесь я не знаю, сколько времени в одном. Все, мы, наверное, поехали. Пока всем. Да, пока.